что ж, продолжаем изучение мини-курса по созданию 3D-обложек. Я скачал уже себе картиночку и воспользуюсь вот этой строчкой специальные параметры. Сюда уже введены данные мне нужные, так что остается только нажать кнопочку создать. Создаем, закачиваем свою картинку. Так, возьмем мою. Вот она, моя картиночка. Вот новую я скачал. Новая картиночка. Новую поставим обложечку. И будем с ней работать. Долго грузит. Недавно скачал. Так, вот, растягиваем ее по высоте. Еще растягиваем. Допустим, оставим вот эти вот ягодки. Написать что, давайте напишем что-нибудь. Например, ягоды зимой. Ягоды зимой. Так. И жмем скачать. Жмем скачать. PNG у нас нам не надо, нам JPEG нужен. Жмем скачать. Все, прошел со скачку. Далее нам нужна будет корочка, то есть идем мы создаем обложку, допустим, вот 180, да, на 1000 пикселей. Делаем создать. Я в основном делаю белые, вот она белая, просто нажимаете скачать. Так, вводите сюда текст любой, абсолютно любой текст, который вам интересен. Поворачиваем. Увеличиваем. Примерно так. Пишите что-то свое и нажимайте кнопку скачать. Все, у вас будет готовая обложка и готовая боковушка. На этом все. Увидимся в следующем видео.